Прокуратура республики выявила хищение более 113 миллионов рублей, выделенных из бюджета региона на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по фактам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. По данным РБК Уфа, все хищения связаны с деятельностью акционерного общества «Башкоммунприбор», нарушение которого контрольно-счетная палата оценила в 1,5 миллиарда рублей. Миллиард из них пришелся на сферу закупок. Также прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного законодательства в региональном МинЖКХ. В ходе проверок выявлены случаи, когда служащие ведомства предоставляли недостоверные сведения о доходах и скрывали информацию о счетах в банках. К примеру, заместитель министра не задекларировал доход в 820 тысяч рублей. Другой заместитель не указал свои счета в банках. Начальник отдела экономики и отраслевого анализа скрыла сведения о доходе супруга в размере 193 тысяч рублей.